Друзья, всем привет! Вы на канале Ушастик Kids. Ребятки, сегодня у нас необычное соревнование. Поиграем в дом за золотом. У нас сегодня, как вы уже успели заметить, новый герой. Это зомби Бен. Смотрите, какой он классный. Зеленого цвета. И еще у него пришит глаз, если вы заметили. Ребятки, я решила, что с нашим зомби Беном будет соревноваться супер-кошечка Анжела. Ну как вам наш новый герой? Понравился? Если да, ставьте лайк, ребята. Посмотрим, сумеет ли Супер Анжела обогнать зомби Бена. Смотрите, какая у него классная защитная шляпа в виде тыквы. Она его предотвращает, бережет от всех ударов, ребятки. Смотрите-ка, енотик ему подкинул 150 слитков золота. Вот такой классный наш зомби Бен. О, Анжелочки, обычный. Защитный шлем красного цвета, специальный для супергероев, ребятки. А у нас на первом месте наш зомби Бен. Вы только посмотрите, какой он сильный. Ого! Он подобрал котел с зельем. Вы видели? Ему нужно собрать 3 таких котла. А еще у него удвоение очков. И сейчас у него 170-180 тысяч. А у кошечки Анжелы только пока 150. Ребята, а вы уже решили, за кого вы сегодня будете голосовать? За нашего нового зомби или за супер-кошечку Анжелу? Я сегодня буду голосовать за зомби Бена. Он мне очень понравился. Такой прикольный зеленый песик. Так. Пока он, кстати, на первом месте. И немножко опережает нашу супер-Анжелу. А вот супер-Анжела взяла магнит и удвоение слитков. И уже успела набрать 800 слитков. А наш зомби Бен, кстати, хотел взять новый самолетик свой и врезался. Кстати, вы видели, какой классный самолет у зомби Бена? У него снова защитный шлем в виде тыквы. Мне он очень-очень нравится. Ребятки, а еще у нас фишка, новый тур. Смотрите, с конфетками. Смотрите, какой он классный. Это просто бомба. И еще один котел. Третий из 3. Бен забрал все 3 волшебных предмета и получил за это 300 слитков золота. Теперь у него 800 слитков, но у Супер Анжелы все равно больше. У нее 1000 слитков. Кстати, она тоже собирает необычные предметы. Кто заметил, что собирает кошечка Анжела? Это какая-то штука, похожая на супер пистолет или какой-то фен, я даже не знаю. Если знаете, то напишите. Да, друзья, сегодня вас ждет целая куча приветиков. А если ты тоже хочешь получить привет от канала Ушастик Kids, обязательно подписывайся и напиши в комментариях свое имя и фамилию, и я с радостью передам приветики для тебя. Супер Анжела летит на супер самолетике. Как я хочу, чтобы скорее наш Бен полетал. А еще я очень хочу, ребятки, снова попасть в этот уровень, где много-много сладких конфет. Это очень классный уровень. Мне он просто понравился больше всех. Самый-самый классный уровень в этой игре. Если вам тоже этот понравился уровень, напишите в комментариях слово «конфета», ребятки. А у нас по-прежнему на первом месте. Нет, не по-прежнему. Супер Анжела обогнала зомби Бена. У нее 590 тысяч очков, а у Бена 580 тысяч очков. Теперь на первом месте Супер Анжела. Ребятки, если болеете за кошечку Анжела, пишем в комментариях «Анжела, Анжела, Анжела». Ну, а если за Бена, тогда напишем «Бен» или «Зомби Бен». Я сегодня очень-очень хочу, чтобы победил новый зомбик, потому что он мне очень понравился. А вы заметили, какой у нас теперь классный осенний тур? Теперь повсюду стоят тыквы и котлы с зельем. А вот и мой любимый уровень. Смотрите, какие здесь машинки. Они похожи на печенюшки. Катятся ватрушки тут классные. Столько золота здесь, конфетки. Вообще очень классный, самый-самый красивый уровень. Я надеюсь, что вам он тоже понравится. Смотрите, мороженки здесь эскимо красного цвета, палочки сладкие. Вообще очень классный уровень. Жалко, что вот Анжела в такой уровень у нас не попала. Почему-то в нем только у нас зомби Бен бегает. Ему повезло больше. Вообще очень классно, посмотрите, как здесь ярко, все прикольно, ну вот, мы вернулись в город. А в городе, ребятки, тоже, смотрите, даже гробы стоят. Вы видели, там стоят гробы, жуть, вот это страшный городок у нас стал. Эти злые тыквы кругом, котлы с зельем,
А на фонарях, если вы заметили, висят огромные белые привидения, ребята. Вы вообще боитесь привидений? Я да. Я бы очень испугалась, если бы у нас тоже висели такие привидения. Жуть. Так, ребятки, а на первом месте снова Бен. Он все-таки обогнал Супер Анжелу. Да, ребятки, вот это соревнование сегодня. Они по очереди обгоняют друг друга, и я даже не знаю, кто победит. Ведь они догоняют друг дружку. Нет, пока на первом месте Бен, он еще держится. И по слиткам золота они практически тоже идут наравне. Вот такие у нас супергерои. Ребятки, давай. Знаете, что было бы классно, если бы в этой игре появилась бы зомби Анжела и зомби Том? Было бы очень клево, представляете, такой зомби-кот. Или Анжела в платье для зомби. Такая целая команда зомби. Как раз к Хэллоуину было бы очень круто. А у нас енотик, и оставил он нам 100 слитков золота, ребятки. Не забывайте голосовать за кошечку Анжелу, за супер Анжелу или за зомбика. Пишите зомби. Так, смотрите-ка, у нашего зомбика уже 1 125 000 очков. О, Анжелы, она на первом месте. У нее 1 180 000 очков. Она снова обогнала Бена. Ничего себе! Они по очереди, просто по очереди обгоняют друг друга. Наш зомбик заглянул на гавайский уровень. Интересно, ему там понравится? Что будет, если он искупается? Интересно, а зомби боятся воды или нет? Нет, кажется, зомби не боятся воды. А наша кошечка Анжела собирает золото. У нее целых 2 бонуса. Магнит и удвоение слитков. А у Бена просто удвоение слитков. Ну что ж, ребятки, самое время передать приветики для подписчиков. И первый привет сегодня я хочу отправить для Кристины Пастуховой. Огромный тебе приветик, Кристиночка. Лера Петкова и Дарья Виноградова получают тоже по приветику, девчонки. Кристина Пастухова, Ксения Иванова, Полина Волховцева, Соня Рудова, Лера Ковалева, Элина Шарафудинова тоже получают огромнейший привет. Влада Ващенко, Таня Тющева, Алина Григориан. Влада Ващенко, большой тебе приветик. Таня Тющева, Настюша Буряк. Привет всему 5-му А-классу. Ребята, я вас всех очень люблю. Спасибо, что смотрите канал целым классом, друзья. Маргарита Панчук и Аня Кристен. Кристина Назаренко и Полина Яковлева, а также Сереженьке Орлову большущий приветик от нашего канала. Улечка получает большой привет. Лера Овечкина, Таня Векшина, Таня Тюшева и Яна Абакумова. Всем вам, друзья, огромнейший привет. Спасибо большое, что вы с нами. Ребята, а я вам хотела еще сказать еще одну хорошую новость. У меня появился новый канал, где я играю вместе с папой в разные прикольные игры. И называется он «Котолец», ребята. Там вы можете найти игры про «Привет, сосед», «Плохое мороженое», «Огонь и вода» и всего-всего много интересного. А главное, что там есть ваш любимый Роблокс, ребята. Так что обязательно заходите на наш «Котолец» и подписывайтесь. Ребятки, а у нас соревнования в самом разгаре, и по-прежнему у нас на первом месте супер-кошечка Анжела. Она обогнала нашего нового зомби, но соревнование еще не закончилось. Посмотрим, удастся ли зомби выйти на первое место. Он вот-вот ее догонит. Еще немножко, например, удвоение очков, и он будет на первом месте. Зомби, ты чего? Вставай, сейчас я тебя спасу. Соревнования в самом разгаре, ты что, решил сдаться? А вот наша Супер Анжела сдаваться совсем не хочет, ребята. И у нее уже 1 720 000 очков. Она по-прежнему на первом месте. Интересно, кто-нибудь сегодня у нас поймает енотика в его логове? Посмотрим, ребятки. У Анжелы у нас простой город. Она у нас у Джинджера. Они оба у Джинджера. Посмотрим, кто из них самый первый пройдет этот сложный уровень, ребятки. Кстати, напоминаю, друзья, что видео на нашем канале выходят 2 раза в день, утром и вечером. Новая серия на нашем канале выйдет завтра в 7:00 утра. Обязательно смотрите. А у нас магнитик у нашего зомбика. И он отправился в холодный зимний уровень в гости к котику Тому.
Очень холодно нашему зомби, но он не сдается, бежит вперед, ведь он очень хочет выиграть сегодняшнее соревнование. А вот кошечка Анжела упала в воду. Анжела, ты что? Сейчас не время купаться. Я знаю, что там очень жарко, но нам нужно победить в соревновании. Давайте, давайте, кто же все-таки сегодня будет первый? Анжела по-прежнему на первом месте, и у нее уже почти 2 миллиона очков. Смотрите, сейчас у нее будет 2 миллиона. Наш Бен снова заходит в гости к нашему Джинджеру. Ребята, я очень хочу, чтобы победил Бен. Но пока на первом месте Анжелочка. Смотрите, он такой прикольный в этой тыкве, и как только она ему не мешает бежать. А вот, кстати, самолетик у нас с Беном так и не попался. Очень хотела показать вам самолет нашего Бена, но ничего, может быть, сейчас попадется. У него специальный классный самолет для зомби, ребята. Он похож немножко на летучую мышь, там крылья, как у летучей мыши. Спереди огромная страшная тыква. В общем, самолет, ребятки, очень-очень крутой и очень страшный. А вот наша Анжелочка сейчас на Диком Западе, друзья, собирает она у нас золото. А куда попадет она сейчас? Ничего себе, у нее целых 3 бонуса. Защитный шлем она взяла, чтобы не удариться, ведь когда наши герои долго бегут, они уже устали и могут, конечно, во что-то врезаться. Потому что путь у них уже очень-очень большой. Проделан на первом месте у нас по-прежнему Анжелочка. И сейчас радуются те подписчики, которые болеют за Анжелу. Соревнование вот-вот подойдет к концу, и мы уже узнаем, кто же все-таки победит. Не забывай писать в комментариях «Зомби, зомби, зомби», если, как и я, голосуешь за нашего Бена. Смотрите, а Бен снова в моем любимом сладком уровне. Какие тут классные машины. Очень интересно придумали этот уровень. Мне так он понравился, друзья. Смотрите-ка, тут какие леденцы нам мешают. Обегает Бен. Пончики вкусные катятся. А как называются эти пончики? По-моему, донаты или как? Я не помню точно. Как же они называются? Ребятки, кто вспомнил, напишите. Эти большие вкусные пончики. А наша Анжела снова на Диком Западе. Анжелочка, давай, давай, давай. Ты у нас пока на первом месте. Немножечко осталось Бену, и он догонит Анжелу, друзья. Еще последние минутки, наше соревнование закончится. Енотик дал Анжеле 200 слитков золота. И она, кстати, уже насобирала 7500 слитков золота. Это хороший результат. Кстати, у Бена он почти такой же. А вот и магнит у Бена. И удвоение слитков. Но самолетика все нет и нет, ребята. Так, мне хотелось показать вам этот крутой самолет. Ну, в общем, он точно есть в предыдущей серии на нашем канале. Если захотите посмотреть, там у нас как раз играет Бен, предыдущая про него серия. Обязательно посмотрите, там вы увидите этот классный-классный самолетик. Немножечко осталось, ребятки, и мы сейчас узнаем, кто же сегодня все-таки победил. Совсем чуть-чуть. И наше соревнование вот-вот закончится. Пару минуточек и будет стоп. Пока на первом месте кошечка Анжела. Но Бен ее догоняет. О-оу, кажется, Бен сдался. У него 2 миллиона 490 очков. А у кошечки Анжелы 2 миллиона 588 тысяч. И она, ребятки, сегодня победитель соревнования. Ну а с вами был канал Ушастый Кидс. Обязательно смотри новую серию завтра утром и посмотри что-нибудь из рекомендованных выше серий. Всем пока-пока!